Смотря танкисты по результатам судей, у нас спортсмен из Первоуральска Василий Первушин, номер 4. Четвертое место занял спортсмен из Йошкар-Олы Рустам Шакиров, номер 76. И объявляем тройку призеров. Бронзовый призер Артем Лихотинов, город Казань, номер 5. И в результате довольно серьезной борьбы сегодня всего один балл разделил спортсмена. Всего один балл. И серебряный призер. Рубин Гайнулин, номер 26, набережные Челны. А чемпионом становится спортсмен из Самары, номер 41. Обладатель Кубка Казани в категории юниоров.